Всем скорости, с вами Сунил Змани. Сегодня, ребят, у нас будет видео вопрос-ответ. Вы ждали его? Наверное, нет. Но все же, давайте начнем с вопросов, которые были у меня в группе ВКонтакте. Давайте посмотрим. Тут, конечно, есть вопросы. Вот, без прохождения действия, я говорю, что это? Подождите. Не звоним. Вот. Говорю инфу, давайте. Моя группа ВК. Заходим, и там только один вопрос. Hello. Наверное, может один. Может два вопроса. Может три. А может даже пять. Ладно, один. Почему Сонилс? Долго в этой буду видео, наверное, монтировать. Короче, почему мой канал называется Сонилс Майн? Почему мой канал называется Сонилс Майн? Пришлось сказать вам правду. Ладно, не надо. В общем, получается, что Сонилс Майн, потому что, ребят, ну, получается, что если посмотреть на самого Сонилса, то это обычный Соник, да. Но Сонилс назовется так, потому что, смотрите, Сони – это от слова Соник, ну, от имени Соник. А Тейлс вот это от имени Тейлс, ну, напарника Соника. Вы спросите, а где тут именно Тейлс у тебя? Просто понятно, тело Соника там есть в твоем персонаже. А Тейлс где? Хохолок. У Тейлза хохолок есть. Да. Почему Сонилс? Ну, потому что, ребят, мне нравится Соник. И я придумал, наверное, я сниму такое видео, где я буду смотреть свои старые, типа, старые оформления на моем канале. Серьезно, я хочу такое видео снять. Да. Так, давайте возвращаемся. Так, погодите, тут надо кое-что сделать. Вот я тут. И давайте смотреть, что ж тут. Что тут есть. Вопросики. Сансович. Привет. Первый. Что ты хочешь сделать на 100 подписчиков? Я хочу на 100 подписчиков, я, наверное, говорил, типа, сделать видео со всеми моими персонажами. Да. Хочу сделать видео со всеми моими персонажами. И что? И у меня будет такой, типа... Блин, я не знаю. Сейчас скажу. У меня, короче, будет... Сейчас вот с этого дня начинается... Начинается таймер, так сказать. Начинается время, таймер. 15 месяцев. Это 1 год и еще плюс там 3 месяца. За эти 15 месяцев мы должны набрать 15 подписчиков. Если не будет 100 подписчиков набрать за вот эти 15 месяцев, если не наберем, то просто сниму видео. Юбилейный, да. Так что, ребят, видео будет крутое. Я постараюсь для вас, именно для вас, сделать крутое видео. Если мы наберем за вот эти 15 месяцев 100 подписчиков, будет крутое видео. Со всеми персонажами, которые у меня будут. Ладно. Второй вопрос. Будут ли видосы в реальной жизни с Данилом? Будут. Будут, когда закончится карантин. Там еще подождем несколько недель, и все. Да нет. Надо. Так, теперь смотрите видео. Давайте попробуем пробежать с последней, говорю, он опять. Давайте прохождение Бендиндин Хэши. Заткну. Вопросы тебе.
Будут ли каждый такие и версусы? Будут. Ждешь конца карантина? Жду. А просто с нетерпением. Говорю инфу, давайте. Ой-ой-ой. Подождите, мне тут закрыть. У меня тут вроде есть вопросики. Подождите, вот тут. О, господи. Нет. А, вот, пользователь BravelTuber. Что-то задавал. Вопросы. Как тебя зовут? Меня зовут Святослав. Да. Будут ли новые сериалы? Думаю. Сколько... Ну, думаю, может, будут, может, нет. Сколько еще будет частей ФНАФа? Так, ребят, смотрите. Ну, если считать с плюс третья часть, то получается, смотрите, третья, шестая и седьмая. Получается три части. Если без третьей части считать, то получается две части осталось. Почему я не беру в счет типа четвертую и пятую? Потому что четвертая, ну, это там просто за ребенка. А я ребенка не хочу озвучивать, потому что нафиг надо. И... А пятая часть, там Sister Location, там много всего. Так что я не хочу. Ой, блин, зачем я закрылся? Подождите. Где? Ой, ё-моё, куда я пошёл? Нет, вот. А, все, я тебе все ответил, да? Так, пользователь MineTube. Сколько тебе лет? Мне 11 лет. Сколько времени уходит на съемку видео? Ну, примерно, смотрите, съемка 1,5-2 часа. Ну, максимум 2 часа. Потом монтаж. Ну, тоже час. Ну, час-полтора. Полтора часа, получается, уже 3,5 часа. И фотошоп там. Минут 30-40. Короче, много времени, больше. Уже 4 часа получается. А, ё-моё, что я выключаю все. Когда будет вторая серия «Жизни бизнесмена»? ЖБ, ребят, пишите, если что, если хотите написать, типа, «Жизни бизнесмена», пишите ЖБ. «Жизни бизнесмена» я не знаю, потому что у меня сейчас сервер как бы не запускается. И это так тупо, потому что, ребят, ну, серьезно, у меня сервер... А, не запускается? Нет, он запускается, но совершенно другой. У меня брат опять переустановил Windows, собака такая. И мне приходится сейчас как-нибудь, я стараюсь, во все руки делаю все это, пытаюсь сделать. Но у меня никак не выходит. Серьезно, ребят, потому что... Это просто какой-то пипец, я не знаю, что мне делать. Ладно. Если что, ребят, если вы хотите мне помочь, просто поддержкой, подпишитесь, если вы не подписаны, поставьте лайк. Кстати, насчет подписок. Сейчас я куплю. Творческая студия YouTube. Сейчас будем кого-то отчитывать. Так, короче, смотрите, видео... Ё-моё. 5 секунд, вы что, офигели? Смотрите видео нормально до конца. Серьезно, пишите, подписывайтесь. Давайте кого-нибудь отчислим. Чего? Кстати, аналитика, давайте аналитика. Сколько меня смотрит прохождение Stanley Parable? Нравится. Среднее значение по каналу. Сколько меня смотрит без подписки? Просмотрим. Взаимодействие. Аудитория. Давайте попробуем посмотреть. С подпиской 62. А, нет, с подпиской меня много смотрит. Без подписки 37.
0,8. Исправляйте быстро. Быстро исправляйте. И зовите своих друзей. Клёвый контент. Да. Ну, а пока на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте комментарий и разошлите данное видео всем своим друзьям в соцсетях. А с вами был я, Sonyozmine. Всем удачи, всем счастливого.